В Саратове обсудили особенности преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». Ведущие этот предмет в саратовских школах учителя собрались в Татарской национальной гимназии. Родители каждого школьника сейчас могут остановиться на одном из 6 модулей курса. И ребенок изучает на выбор основы православия, ислама, иудаизма, буддизма, светской этики или историю мировых религий. Предмет достаточно новый. Много нюансов по его ведению. Много нюансов по работе с общественностью, в том числе и от родительской, детской, но тем не менее, хочу сказать, по наблюдениям, предмет довольно-таки процветает в школах, хорошо принимаем что родительской общественностью, что детьми. Дело в том, что предмет как раз отвечает за формирование нравственности и духовности, что очень важно для современных школьников. Предмет ведется в начальной школе, на предмет как раз происходит становление личности. Татарская национальная гимназия негласно считается в Саратове самой компетентной в части преподавания модуля «Основы исламской культуры», поскольку у школы постоянный контакт с духовным управлением мусульман, больше специальной литературы. Здесь охотно делятся с коллегами из других школ методической и религиозной литературой. Приглашают в гости, делятся опытом преподавания нового предмета. В этот раз участникам семинара показали открытый урок «Основы исламской культуры» в 4 классе. Была выбрана тема «Семья и семейные ценности». Дети называли слова, иллюстрирующие семейные ценности, читали стихи Мусы Джалиля, разыгрывали сценки на основе писаний Корана. Результаты от одного предмета почувствовать очень сложно. Это общая система образования и воспитания в гимназии. Эти результаты мы чувствуем. Наши дети, в общем-то, выходя из гимназии, имеют хорошие знания, они воспитаны, они представляют нашу нацию на всех уровнях, и в вузах, и в социальной сфере. И у нас нет детей, которые стоят на учете в милиции. У нас нет детей, которые употребляют алкоголь или наркотики. И я считаю, что это заслуга всей воспитательной системы нашей гимназии. В семинаре «Развитие духовно-нравственных ценностей в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» принял участие и глава Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов. Он затронул вопрос о миссии, которую несет религия, и напомнил собравшимся об исторических корнях ислама. История же ислама на территории современной Российской Федерации более 1360 лет. Во время третьего правления халифа Османа, ради Аллаху Ангу, Дербент, это самый южный город Российской Федерации, стал мусульманским. Для нас же, живущих здесь, в том числе сидящих в этом зале, история ислама началась или продолжилась в 922 году, потому что территория современного Саратова в то время входила государство Волжской Булгарии, которое в 922 году официально, как государственная религия, принимает ислам. Ислам берет свое начало от нашего праотца Авраама. Если говорить о небесных религиях, небесных писаниях, конечно, наш фундамент – это иудаизм. Первое полноценное писание было ниспослано в виде Торы и продолжилось в виде Евангелия, которое было ниспослано. Мусульмане его считают посланником Божьим Иисуса, алейхиссалям. И мы, последователи Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, убеждены в том, что он для нас является последним в плеяде пророческой цепи, посредником между Создателем и между человечеством. Вот эти моменты, я думаю, что для вас в особенности важно знать, потому что когда порой слышишь экспертов, которые говорят о том, что вот там у вас Коран или ваш Бог, мне, честно говоря, становится неловко, потому что я сразу вижу, что человек не имеет элементарных представлений по сути об исламе. Такой подпиткой, по словам Мукаддаса Бибарсова, и является религия. Она помогает сохранить моральные ценности, особенно в период кризиса и падения нравов. В частности, ислам учит регулировать внутренний мир человека, напомнил оратор.